Хей, окей, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Ори. Короче, как я говорил, мы быстренько сюда сейчас сгоняем, да? Ну, типа, посмотрим, где что, в плане по карте. Сейчас покажу сюда, потом наверх. Ну, в принципе, как я все и говорил. О, у меня их уже 11. В принципе, я уже могу прокачать траву за 10. Либо вкачать домики и убрать шипы из города. А, тут я уже был. Как вариант. В принципе, как вариант. Так, там что-то плавает, я смотрю. Ой, я отсюда могу туда попасть. Странно, только как? Ля, там что-то это. А, это как песчаные были, только это подводные. Окей. А, так я это уже тоже... Нихера, подожди, это... Вот этот вид так стреляет? Он опасный. Вот эта херня вообще непонятна. Типа, и есть морские, есть и такие. Блин, раздражает. Давайте вниз, да. Хотя, давайте, ладно, вверх сначала. О, нет, подожди, сначала я, наверное, себе этот... Отхились. Да что-то меня это грызануло как-то больно. О, нифига, что я нашел. Ну да, это как раз я в эти воды прихожу. Что за бульбушки? А, ничего себе. Нет, 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 нет. Подожди, там что-то было? А, так я тут был. Подождите, я думал... Блин, я просрался, походу. Поскольку я буду задыхаться? Или ваншочусь? Ни хрена себе, ребята, я, оказывается, ваншочусь. Не думал, что так стильно. Это жестко, на самом деле. Это довольно стильно. Теперь мне нужно... Ауч.
А, я даже не отхилился, елки-палки. Так, могу я до сейва подойти или что за херня? Я опять не там, где надо лазю. Не, опять лазю не там, где надо. Ой, бро. Чисто запорол себе момент. А, стой, подождите, я могу телепортироваться в любой момент? А чё мне никто не говорил? То есть я мог сразу это сделать? Камон. Нихера себе, вот это новости, ребят. Обнаружил легкое прохождение. Ой, что я там ударился? Так, на этот раз мы идем вниз. Нихера, ребят, я еще не все могу проходить. А иной туда путь же есть? Отсюда только, да? Сейчас попробуем. Я хочу типа... Блин, ну это пробежать, это минуты 2-3 я потрачу. Странный фриз с телепортом. Стоп, сейчас я опять обосрусь и не туда бегу, куда надо. А, неправильно. Ой, вот поэтому нужно всегда карту использовать, чтобы не теряться. Не вниз. Нет, правильно, сюда. Вниз. Так. Ой, у меня этой маны нету. Мне на телепорт мана используется. Вот это да, вот это да. А, ну мне туда не попасть. Там песок, и как раз за песком что-то там, наверное, и есть.
Я могу это даже доказать. Ай. Да ёлки-палки. Тогда ж я как-то зацепился. Вон, видите, там что-то да есть. Ой. Ой. Так, теперь отсюда мы можем спуститься вниз. Бом. Бом. Чик-чик-чик. Бом. Бам. Бам. Бам, бам, бам. Бам, 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 бам. Бим. 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 Так, внизу ничего. Можно вниз спуститься. Ха. А у меня рывков нету, да? Или что-то типа того. А, я не знаю, как тогда туда попасть иным путем. Ладно. А, здравствуй. Ты как раз вовремя. Я наконец-то понял, что хотят сказать эти камни. Кому-то они показывают обычные груды камней, но я знаю, что это ключ. Видишь, один камень длинный, а другой короткий. Это ноты, которые... Какой-то мелодии. Думаю, эта мелодия открывает ворота. Под лунные норы. Но не понимаю, как именно. Нихера себе. Подождите, то есть я иду не по сюжету, но я иду куда-то. Так ведь. А, вон и дерево, слушайте. Можно ли считать это вверх ногами? Колокольчики. Значит... Ты... Ты... Бля, просрал. Ладно. Ты... Нет, не так. А вот этот самый маленький, значит нам надо... Бац. 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 Сук, я тупой. Это самый большой, тот самый маленький. Средний. Средний. А, самый большой, маленький, средний, средний, высокий, маленький. Стоп, так я аж... Ну ладно.
Свет предков, это... Так, свет духов позволяет... Чего свет духов прошлого напитал вас силой? Теперь все атаки наносятся на... Вот это да, вот это да. Подождите, подождите, а это имеется в виду я в... мои все атаки или именно способностей? А как вниз попасть? Странно. Пока что, походу, никак. Жаль, что они умеют читать каменные ноты. Там мы уже прочли их, приятель. Не переживай ты так. Не переживай ты так. Все будет ок-ок-ок. Тюм. Тюм-тюм-тюм. Ау. Тюм-тюм. Бам. Бам. Так, зачем я бегу, если могу тэпнуться? Ну, видите, все равно вниз я пока что попасть не могу. Сюда я тоже пока что попасть не могу. Сюда я попасть тоже не могу. Тут я все собрал, что мне нужно было. В город можно вернуться. Можно еще тэпнуть сюда. Тут, блядь, что-то есть по-любому. Но оно закрыто, потому что мне нужно сюда. Мы сюда можно попасть, там что-то тоже есть. Здесь у нас ничего, хотя вот фрагментик есть. Я могу сейчас телепортнуться. Я могу сейчас телепортнуться куда? Куда я могу идти вот сюда? Отсюда, сюда, забрать это. Тэпнуться сюда, пробежать сюда, потом сюда и сюда. Да, я так, в принципе, и сделаю. Экономим время с вами. Быстро пролетаем, собираем все, что есть у нас. Мне не нравится только тупость в телепортах. То есть мы сначала телепортируемся, а потом через какой-то момент снова телепорт происходит, но... Так, ладно. Влево. Блин, еще нужно как раз будет в этой локации челиком поговорить, который нам может дать шмоточки. Пиранье, нужна ваша помощь. Тут свечка осталась. Так. Давайте как раз посмотрю, у меня тратятся духи эти. Души. Не, не тратится, мне ничего не тратится. Ну как там призраки тебе... Ага, все, мы с этим уже разговаривали. А ну-ка, сколько, подожди, я наношу теперь? 18. Неплохо. Ага. Прикольно. Так, нужно дверь закрыть, подождите.
Да, сейчас я дверь закрыл, скорее всего. У нас наушники, поэтому я сейчас быстренько проверяю. Да, ребят, сори, сори, сори. Так, ребят, подождите, потерпите, пожалуйста. Вот такие у меня вот всегда проблемы с наушниками, да. Все, продолжаем. Поэтому мне всегда нужно смотреть, чтобы, не дай бог, наушник там не дернулся на не... Ну, хотя бы не дернулся, блядь. Не... Ничего вообще с ним не произошло. Так, вниз. А мы ж уже сюда ходили, да? Да, мне нужно ниже. А ниже там точно мне ничего не закрывало проход? Не, ничего не закрывал мне проход. Как тебе открыть? Понятное дело в том, что туда иначе никак не попасть. Тут пойди где-то что-то должно... А, вот сюда я же могу пройти. Или нет, подождите. Папа, блядь. Не шарю, не шарю, не шарю, не шарю. Как мне эту дверь открыть? Пошел вон. А, вон, тю. Стопай. А, я раньше её не мог вручную сделать, точно. Я и забыл. Так, стоять. Давай наверх сначала. Оп, фрагментик жизни. Два удара. О, что за крабик? Либо это паук? Непонятно. Главное, что не на шипы. В дребезги вы получили новый осколок духов. С ним снаряды. Так, дуги духов раскалываются на снаряды поменьше. Ну, это фигня. Фигня, я сказал. А, сюда, видите, я не могу еще попасть. Походу, сюда только по сюжету. Ну чё, давайте тогда, если так, отсюда выбираться. И тэпнемся куда? А, там что-то было. Ладно, нам все равно потом по сюжету туда идти надо. Или вручную подняться. Али вручную. А хотя нихера, мы здесь как раз эту способность же и получаем. Ну, вы поняли, какой я имею в виду. Отталкиваться. Давай. Так, куда там дальше?
сюда. Ладно, так поднимусь. Я там был. Так, наверху я тоже был. Так, это шапка, да? Приветствую тебя, дитя. Моки, говорят, благодаря тебе вода вновь научилась течь. Смрад, что прежде одолевал родник, через жители топи перед тобой в долгу. Путь в тихий лес на востоке открыт, но будь начеку. В лесу живет та, кого Моки называют Крик, ее сердце камень, ее голос боль. Надеюсь, ты отыщешь свою подругу раньше, чем она. А, нет, это хер знает где, ребят. Сейчас мы как раз в воду сначала сплаваем. Вопрос, зачем я сюда поплыл? А, тут ты вообще не видишь, куда ты плывешь. А. В принципе, да. Логично. Ауч. Не-не, ребят, здесь с хпшкой нужно быть осторожным. Если я не хочу задохнуться, лучше делать все аккуратно. Так, я нашел все, что здесь необходимо было. Валим. Наверху там что было? Да, тут есть проход. Мельница проснулась, вода снова чистая. Мельница живет. Вода бежит. Теперь можно работать и плавать тоже. А, рыбачить. Работать. В принципе, рыбачить и работать это одно и то же. Ладно. Что тут можно найти? М? Поплыли обратно. Ага, на сотку. На сотку. Мне нужно понимать, куда плыть. Так, наверх. Угу. Бля, ладно. Бац. Бац. Фрагмент.
Но видите, типа, по-любому мне нужно будет урон, ну, типа, получать. Ау. Так, что у нас там? Так, отлично. А-а-а! Вон оно что. Береги Сёри. В этом лесу мы на незваные гости. Лес ее владение. Окей. Ну что, ребят, тогда мы в ее владение войдем в следующей серии. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.